Стокгольм. Наши дни. Это Виски 063. Нам нужны новые снимки места назначения в зоне 3. Прием. Вас понял, Виски 063. Уточняю информацию. На снимках все чисто. Можете выдвигаться. Прием. Подтверждаю. Ладно, дамочки. Пора еще раз прогуляться по парку. Готовность 40 секунд. Вас понял, мэм. Эй, Куб, нервничаешь? А твоя мама знает, что ты сегодня со взрослыми дядями? Отвали, Джексон. Так по-христиански. Да. Бог делает мне исключение. Куб, ты первый раз в зоне 3? Так точно. Ничего, справишься. Следуй инструкциям и будь начеку. Так, бойцы, слушай сюда. Как только мы проверим периметр, Грей и Купер, вы остаетесь на месте и как можно быстрее запускаете башню. Мы с Джексоном быстро прочесываем территорию. Эта местность уже некоторое время спокойна, но не забывайте, мы в горячей точке. Признаки внешнего повреждения отсутствуют. Возможно, снова взрыватели. Ладно. Сбрасывай АВР. Через 5, 4, 3 и рок-н-ролл.
чисто. Хорошо, дай мне бит. Сейсмодатчики работают. Грей, как она? Со взрывателями все в порядке. Внешних повреждений нет. Наверное, короткое замыкание. Мне потребуется время, сержант. Понял. Оставляем это на тебя, а сами пойдем осмотримся. Купер, ты держишь ухо востро. Есть. Джексон, ты готов? Я уж думал, не спросишь. Эй, посмотри. Сержант, вы тоже слышите? Слышу. Сигнал слишком слаб, чтобы точно определить его источник, но он как минимум на 2 этажа ниже нас. Я бы не волновался об этом. Понял. Смотрите в оба. Давайте не будем испытывать удачу. Как скажешь, командир. Вот черт. Сержант! Куда же она делась? Что там? То, чего не увидишь каждый день. Они раньше даже не подходили к оборудованию. Они смогли разобраться? Нет, вряд ли. Они просто слишком... Альфа-01. Мы засекли сильный источник тепла к юго-востоку от вас. Примерно в 200 метрах от места проведения операции. Похоже, что на первом этаже. Как понял? Вас понял, Васп. Он движется? Он... Стойте. Их целая куча появилась. Да, они движутся в вашу сторону. Вам нужно уходить. Повторяю, выходите прямо сейчас. Вас понял, Васп. Сержант! Сержант! Твою мать! Ладно, к нам идет непонятно что, с остальными нет связи. Попробую поймать сигнал получше. Сверни тут все, скоро буду. Черт. Видел, чтобы они раньше-то? Это переходит все границы, я им покажу. Сделай отметку. В штабе это оценят. Грей! Купер! Черт! Грей! Сержант! Сержант! Грей! Сержант!
Вы меня слышите? Сержант! Джексон! Нет. Нет, 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 нет. Стой, Джекс. Черт, я вижу его. Грей! Грей! Ты слышишь меня? Это ловушка. Что? О чем ты говоришь? Посмотри на него, он мертв. Быть не может. Они не умеют ставить ловушки. Глаза разуй, этот умеет. Ты же понимаешь, что они бы его так не оставили. Мы уходим отсюда, это приказ. Альфа-01, как слышите? Повторяю, Альфа-01, как слышите? Вас слышу, Васп. Ну, наконец-то. Мы пытались связаться с вами. К вам движется множество объектов. Коридоры заблокированы. Мы потеряли сигнал Купера. Вам нужно найти другой путь сейчас же. Понял. Пора смываться. Они повсюду, не могу прицелиться. Они продолжают наступать. Вижу! Джексон! Брат, не делай этого. Лучше беги. Что они делают? Они не двигаются. Они просто стоят. Сержант, что происходит? Почему вы стоите? Приготовься открыть огонь. Пока не стреляйте. Стадия 0. Продолжение следует. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевод Юрий Аркалов. Озвучили Елена Лунина и Михаил Диполом. При поддержке Naked Science в 2016 году. Engine start.